Всерьез и надолго в Сургут пришла зима. Свои права она обозначила метелью и похолоданием. Около полудня город накрыл циклон. Вместе со снегом пришел сильный ветер. Шквалистые порывы до 19 метров в секунду сохранятся и в среду. Синоптики также прогнозируют осадки и гололед. Предстоящей ночью на востоке Югры температура понизится до минус 9 градусов. Днем 27 числа воздух не прогреется выше минус 1, минус 6 по Цельсию. До 1 ноября через округ проследует очередной циклон с новой порцией осадков. К концу недели столбики термометров ночью могут зафиксироваться на отметке минус 15. Днем воздух прогреется до 5 градусов ниже нуля. В гидрометеоцентре убеждены, что снег уже не растает. Тем более, что и предварительный прогноз на ноябрь уже известен. В первой и второй декадах ожидается колебание температур от минус 20 ночью до минус 3, минус 8 градусов днем. Ближе к концу месяца ударят и крепкие морозы. Ночью до минус 25, днем до минус 17. Примерно тогда же на Оби станет лед. Положительность температуры в дневные часы мы не ожидаем. Если и будет, то слабо положительные, и при таких температурах у нас снег не растает. И до конца недели мы ожидаем еще осадки, поэтому я думаю, что уже, как сказать, окончательно снег не растает. Добавлю, что в ГИБДД обращаются к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. Там фиксируют небольшое увеличение аварийности. С 8 утра до 16:00 в ведомство поступило 22 сообщения о ДТП. Пострадавших нет.